Salutations, salutations à vos familles, en espérant que vous vous portez bien. Et ben écoutez, moi ça va à merveille. Hein. Je passe pratiquement une vingtaine de minutes avec vous sur ces lives. Question d'agrémenter également ma soirée. Et puis tout sera parfait, je crois. En espérant que vous vous portez bien. Et ben sachez qu'il y a déjà deux vidéos de publiées, des vidéos récentes d'ailleurs, plus un live d'hier, publié carrément aujourd'hui. Привет, привет, как дела? Добро пожаловать на прямом эфире. Как у тебя дела? Все хорошо? Eh ben, écoutez, family, hein, vous qui êtes là, sachez que je passe pratiquement une vingtaine de minutes avec vous. Je suis non loin de chez moi à la maison, hein. Отлично. Чем ты занимаешься прямо сейчас? Как у парня дела? Что оба вы занимались? Прямо сейчас? Прямо сейчас или целый день? Что занимались? Вы на французском говорите? Да, 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 я на французском, да, говорю. Я на французском говорю, да. Привет, привет. Работали оба. О, какие вы молодцы. А как день прошел? Все нормально? Добро пожаловать, Татьяна. Как у тебя дела? Все хорошо у тебя? Я почти на прямом эфире на 20 минут. Я решил, пока еду дома, сделать это. Когда буду дома, я могу занимаюсь не сколько делами, домашними делами. И нормально все будет. Замечательно прошел. Я очень рад знать это. СВ9. Привет. Как у тебя дела? Все хорошо? А сегодня вы не гуляли? Вечером вы не гуляли? У меня тоже замечательно день прошел. Я делами сделал. Как ваш день прошел? У меня тоже нормально. Я занят был целый день почти. Но я могу сказать, да, по дня, конечно. По дня я ходил куда-нибудь, вот решить несколько проблем, и нормально. Нет, не было времени, поздно уже. Он домой уехал. А, понятно. Понятно, понятно. Но завтра выходной же. Завтра выходной, вы сможете даже погулять завтра или послезавтра. А завтра ты работаешь? Чем занимались? Но слушай, я сам
делами только я сделал сегодня. По делам все-все. Поехал целый день почти. И наконец я освобожусь. Теперь дома еду. Альфа, добро пожаловать. Как у тебя дела? Альфа, диалог. Тоже работаем опять. О, к сожалению. Значит, тоже в воскресенье вы оба работаете. Альфа Соль, бенвеню. Пожалуйста, поставите мне сердце. Сердце. Хочется сердце. Поставите сердце. Вниз направо. Сердце есть. Нажимайте там. Хочется увидеть очень много сердца. Такой премиум эфир. Salut frère, on dit quoi? Non, écoute, super bien, super, ça va très très bien. Спасибо тебе, спокойной ночи тебе, надеюсь, завтра тоже ты будешь на сети и на прямом эфире мы будем поговорить. Но спокойной ночи тебе, хороший сон, пока. Ben écoute, Alpha Diallo, ça va très d'ailleurs, ça va excellemment bien. Et de ton côté, ça va, est-ce tout va bien en fait, est-ce tout va très bien? Я жду трамвай, я не знаю вот во сколько придется, потому что немножко странно же. Здесь написано 2 минуты, но ничего видно. Я не понимаю. Поставите мне сердце, пожалуйста, сердце. Хочется увидеть очень много сердца. Очень-очень много. И люблю много сердца. Tu es assez silencieux aujourd'hui, hein, Alpha Diallo. Tout va bien, frère. Alhamdoulilah. Eh ben, sache que je suis très content, je suis très heureux pour toi. Я не понимаю, спать девушке или... Да, она пошла спать. Не переживай. Все хорошо. Все нормально. Она пошла спать. Так написала же. Munganga Sol, bienvenue sur le live, en salutation à toi, s'il vous plaît, donnez-moi mes cœurs, j'en ai réellement besoin, mes cœurs, tellement besoin de mes cœurs, family, si vous savez, tellement besoin de mes cœurs. Faites signe si vous êtes là, je passe carrément la soirée à attendre, on va dire, hein, le travail.